Двойной рекорд побили в Вильнюсе. 1200 человек одновременно съели холодный борщ. Стол был длиной 362 метра. Достижение посвятили празднику холодного борща. По-литовски это блюдо называется шальтиборщай. Летом мы не можем и дня прожить без этого борща. И старый млад едят холодный борщ каждый день. Поэтому мы приглашаем всех приехать в Вильнюс и попробовать этот борщ. Он уникальный, очень красивый и розовый. В Литве холодный борщ в основном готовят из свеклы, огурцов и кефира. Добавляют в крутую сваренное яйцо, а также зелень. Подают с горячим отварным картофелем. Но каждый может класть ингредиенты по вкусу. Это наш лучший суп. С этим согласятся все литовцы. Это часть нашей культуры. Все литовцы любят холодный борщ, приготовленный по любимому рецепту. Во время фестиваля также прошел конкурс по забегу с борщом на подносе. Задача участников – пробежать 600 метров, не пролив ни капли. Но для тех, кто хочет только повеселиться, поставили 50-метровую надувную горку. Скатившись с нее, попадаешь в такую же надувную тарелку с борщом.